Заседание межведомственной комиссии по распределению путевок в детские лагеря проходит уже второй год подряд. Опыт показал, что эта инициатива главы Одинцовского округа Андрея Иванова позволяет направить большее количество ребят из льготных категорий на летний оздоровительный отдых. Пристальное внимание уделили семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям военнослужащих. Мы сегодня рассмотрим на первый заезд, на первую смену 110 ребят, 110 участников. Основной категорией у нас является это детки трудной жизненной ситуации и в приоритете также детки семей участников специальной военной операции. Вот, многодетные детки, также мы сегодня предложим им поездку на отдых. Комиссия создана для того, чтобы сделать распределение бюджетных мест летней оздоровительной кампании максимально прозрачным для жителей. Основные задачи межведомственного совета – рассмотрение заявлений и вынесение решения о распределении путевок. Каждому запросу подходит индивидуально. Если мы видим, что есть какие-то технические ошибки, или, допустим, видим, что ребенок, семья соответствует нашим критериям, но при этом какие-то документы не довнесены, или нечетко выражены, или представлены с ошибкой, то наша как раз с вами задача подсказать и родителям, чтобы были исправлены недочеты, и чтобы ребенок смог воспользоваться нашей услугой. В этом году по итогам конкурсного отбора выбрано два детских оздоровительных лагеря – «Горизонт» и «Алмаз». Оба находятся в живописных местах Московской области. В принципе, родители в любой момент могут подъехать, передать что-то детям не так далеко, не так страшно. Я думаю, что желающие у нас всегда будут. Лагеря замечательные, мы уже неоднократно с ними работали. В детских оздоровительных учреждениях ребят ждут пятиразовое питание, различные спортивные занятия и активности, творческие мероприятия, тематические мастер-классы и многое другое. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».